На аукционные торги, которые пройдут 30 апреля, выставлено имущество предприятия «Гомельоблстрой». В Гомеле по улице Борисенко, 8, можно купить здание автомобильного транспорта. В состав лота входит и оборудование. Также предлагается многофункциональное помещение вместе с оборудованием и оргтехникой. Приобрести можно и складское помещение. Контактные номера телефонов «Гомельоблстроя» на ваших экранах. Кроме того, комитет «Гомельоблимущество» 18 апреля проведет аукцион, на котором продается двухэтажное здание многоквартирного жилого дома в деревне Верхняя Алба Жлобинского района. На аукционе 25 апреля можно приобрести комплекс зданий, расположенный в Калинковичах по улице Волгоградской, 118. Контактные номера телефонов комитета «Гомельоблимущество» 70 38 49 и 70 36 43.